Всем привет! Это рубрика «Мужская кухня». Сегодня я буду готовить салат морковь по-корейски. Такой салат будет отличным дополнением к основным блюдам на обед или на ужин. Также подойдет и любителям остренького. Домашняя морковь по-корейски получается очень вкусной. Попробовав этот рецепт, вы не будете больше покупать этот салат в магазине, а будете готовить его сами. Начинаю готовить. Для приготовления моркови по-корейски я взял те продукты, которые вы сейчас видите. Название, количество и вес будет в описании этого видео. Самое главное, что нам необходимо, это уже готовая очищенная морковь и специальная терка по-корейски, без которой не получится морковка по-корейски. Начинаю готовить. С помощью терочки берем и нарезаем, шинкуем морковь. Длина соломки зависит от длины моркови. Вот такая получается соломка. И нарезаю полностью. И когда вы натираете, обязательно надо учитывать, что остаются вот такие кусочки. Надо учитывать вес. То есть в моркови брать чуть-чуть грамм на 200, на 300 больше, потому что в зависимости, как вы будете натирать и на чем, чтобы у вас соответствовал потом уже вес натертого продукта. Очень аккуратно берегите пальцы. Так, все, я натер морковь, я отправляю в стеклянную емкость ее, в которой я буду все смешивать. Отправляю в морковь черный молотый перец, кориандр и острый красный перец. Отправляю паприка и чайную ложку без горки соли. Отправляю сахар сюда. Отправляем теперь пошинкованный ножом чеснок и перемешиваем. Для удобства, чтобы было перемешивать легче, я взял большую емкость. Перемешал я очень хорошо все. Теперь я отправляю сюда разогретое в микроволновке растительное масло. 75 грамм. Также тщательно сейчас надо вымешать. Так, и отправляю сюда уксус. Вы можете использовать лимон, лимонную кислоту. Я использую белый уксус. Также все тщательно перемешиваю. Запах, аромат настоящей морковки по-корейски. Так, все готово. Можно перекладывать ее в стеклянную емкость. Я морковь готовую уже переложил в стеклянную посуду. Вот так она сейчас выглядит. Очень ароматная, аппетитная. Будет готова буквально через 6-12 часов. Прошло 12 часов, и вот такая получилась морковь. Она полностью промариновалась. Она стала сочной, ароматной и красивой. Очень хороший получился салат. Домашняя морковь по-корейски получается очень вкусной. И попробовав этот рецепт, вы больше не будете покупать этот салат в магазине, а будете готовить его сами. Спасибо вам всем за просмотр. Кому понравилось это видео, ставьте пальцы вверх. Кто не подписался, подписывайтесь, чтобы не пропустить новое видео. Всем до новых встреч, до новых видео. Всем пока-пока.